Тамбовские пчеловоды отправят в Луганск около тонны меда. Сегодня гуманитарный груз поместили в машину, а уже завтра она проследует к границам республики. Мед самых разных сортов получат жители города Алчевск. Это цветочный, гречишный, липовый и даже лесной. Вместе с ним передадут теплую одежду и лекарства. По словам организаторов акции, такая идея возникла давно, однако не было проверенных контактов. Люди надежные, и мы в этих людях уверены, и знаем, что эта гуманитарная помощь не будет продана где-то на рынках, а достанется непосредственно людям, у которых сейчас достаточно сложное положение. Эту поездку называют пробной. Если груз действительно пойдет по назначению, то уже в ближайшее время в Луганскую и Донецкую республики поступит новая помощь из Тамбова. Скорее всего, это будут продукты питания и питьевая вода.